В Кордайском районе с начала года введено в эксплуатацию 18,3 тысяч квадратных метров жилья. В очереди на жилье из государственного жилищного фонда состоят 2237 жителей. В этом году планируется сократить число нуждающихся до 357. Об этом в ходе брифинга сообщил аким района Мадзен Мусаев. Аким района отметил, что в регионе в 2022-2023 годах на два проекта по газификации пяти населенных пунктов предусмотрено 888 миллионов 800 тысяч тенге и начаты строительные работы. Работа по обеспечению населения качественной питьевой водой в районе решается поэтапно. На сегодня 32 населенных пункта обеспечены централизованной питьевой водой. Доля обеспеченности достигла 78%. Ведется строительство новой водопроводной сети еще в пяти селах на сумму 4,1 миллиард тенге. Помимо этого выделено 66,8 миллиона тенге на средний ремонт 2 километра автомобильной дороги районного значения от Аргвардии. Работы уже начались. На средний ремонт дорог Каракимер и Имбек-Карасай в прошлом году было выделено 7,1 миллион тенге. А в этом году дополнительно привлечено еще 107,3 миллиона тенге. Работа на дорогах идет полным ходом. Спикер добавил, что в рамках программы «Аул Ельбисыгы» выделено 337 миллионов тенге. На эти средства будет проведен средний ремонт улиц Жилыбаева, Кашаганова, Еспаева, Кордай и Несипаева в селе Кенен. Дороги Отар-Гвардейск в селе Отар, улиц Керемкула, Жекенова и Кунаева. А также проложен пешеходный переход по улице Кунаева. В селе Жанатурмыс также пройдет средний ремонт улиц Жамбыла, Калманбета, Алмабека. Данас Амат, Ислам Кудиарбек, Ербулат Джакаш, 77 News.